Сьома міжнародна науково-практична конференція «Адвокатура. Минуле, сучасність і майбутнє» пройшла в Одесі. В рамках заходу пройшли семінари з підвищення кваліфікації адвокатів. Платформою для обговорювання найбільш актуальних змін в законодавстві та ведення судових процесів стала Одеська юракадемія. Сьома міжнародна научно-практична конференція включает в своем составе такие секции, которые позволяют им охватить наибольший спектр вопросов практического и научного характера. Это в первую очередь история развития адвокатуры. Это вопросы, связанные с профессиональной этикой и дисциплинарной ответственностью адвоката. Затем на повестке дня реформа адвокатуры. Вопросы предоставления правовой помощи в различных видах процессов. Защита профессиональных прав адвокатов и гарантия адвокатской деятельности. Сегодня успеть за теми изменениями, которые происходят в нашем законодательстве, быть на уровне всех тех требований, которые сегодня предъявляются, очень и очень сложно. Поэтому мы пользуемся, и адвокаты пользуются каждой возможностью повысить свои знания. И поэтому, вот видите, такой ажиотаж, так много людей. И сейчас, когда мы проведем общее как бы начало нашего семинара, а потом разбредемся уже по секциям, то думаю, что адвокаты, каждый подобрал себе или выбрал то направление, которое его интересует, и те вопросы, которыми он занимается. Після офіційного привітання учасників з'їзду адвокатів всіх слухачів розподілили по секціях. Для кожної групи спеціальні майстер-класи по різним темам підготували авторитетні юристи. Я спеціаліст в питаннях уголовного права, я адвокат уголовного права, і я буду говорити іменно об особенностях, о тактике, о стратегии ведения дел в уголовном процессе. Что такое морские перевозки, почему это вечная тема? 90% товаров, грузов в мире перевозятся морем, поэтому что бы ни происходило, какие бы технологические изменения в мире ни происходили, я уверен, что на нашем веку море будет являться таким, ну, неотъемлемой частью нашей жизни. Для молодых специалистов возможность поспілкуватися с досвідченими коллегами – это важливий крок розвитку. Те, что базою для подобных заходів выступает один из найкращих вузов страны – Одеська юрокадемія, робить для студентов ближчими практичні знания. Данное мероприятие проходит на базе Национального университета Одесская юридическая академия. Почему? Потому что ведь профессия адвокат – она мировая профессия. В мире везде одно и то же самое слово звучит как адвокат. И знают всегда и понимают, кто это такой. И знаем, что есть хорошая история, есть прекрасная современность и есть хорошее будущее у профессии адвокат. Адвокаты – это самые такие люди, которые в праве понимают практически все. Мне очень приятно, что в университете есть факультет адвокатуры, что университет сейчас уделяет адвокатуре большое внимание, и я очень рад поучаствовать в таком мероприятии. Головний висновок сьомого міжнародного з'їзду адвокатів – передача досвіду від юристів молодому поколінню, що допоможе підняти рівень правової системи України.